сидел в 98 году. Где была, слушай, составить поток совершенно диких ругательств, бессвязных, ничто конкретно не критикующих, никого конкретно, а просто вообще вопли, ярости, бессвязные, но синтаксически сложно организованы, построены, связаны, на самом деле просто поток грязной матерщины. Получилось. А когда вырабатываем песню сейчас, главная здесь задача совместить речитатив а-ля Шума. Он вообще сильно повлиял, это его манера пения, такой скандирующий речитатив, с завываниями в манере блатника. Вот, собственно, три основных, или четыре, а может и пять, а может и больше, составных частей нашего пения. Это шумовский речитатив, блатняк русский в разных вариантах, Ротен, конечно, которого я лучше всего у меня получается копировать. Завывание, потому что Ротен это величайший певец. Поет все время несколько одних и тех же ходов, но постоянно так здорово и хорошо, так по-разному, так неожиданно их варьирует, этот свой небольшой набор приемов. Это потрясающе. И всего панка, который вообще слушать без того, чтобы вернуться в уныние к 30-й секунде, панк вообще невозможно. Но Sex Pistols меня до сих пор приводит в дикий восторг, как заведу, так это что ж такое. Sex Pistols величайший. Не потому, что панк, а потому, что просто очень хорошо. Ну, кстати, и Public Image, видите. 26 июня в Казани. Sex Pistols? Public Image. А, это я читал. Хорошо-то так. А в Москве не будет? Радикал! Радикал, молодец! Я этого Германа, известного вам, агитировал, что когда он только начал заниматься первым, я его агитировал, говорю, Марат, все это хорошо, но надо же музыку продвигать. Я тогда причем и сам не занимался. Вот, что, ну давай что-нибудь организуй фестиваль. Он там туда-сюда, а че, кого? Ну, обсуждали. Вот у меня есть гениальная идея. Вот он, в 77 году я из Sex Pistols просился в Кэн, потому что был ее фанат, вокалистом. Но вот тут как раз и сам Кэн развалился. Так вот, спустя 30 лет надо это осуществить и привести Цукая, Либесцайта, и вот он, и пусть сыграют. Наконец, в Перми, это погремит. Ну, Герман собрался привести это еще в прошлом году. Нет, это в 2009 году, да? В декабре обсуждали. Он планировал на лето 10-го привезти Макларена, Боуи и Белью. Троих. Белью это из Кримсона. Но, а? Эдриан. Да, они с этим, с художественными инсталляциями еще, кроме того, занимаются современным искусством. Ну я там, что давай, а мы с Макларином еще и выступим. Ну договорились. Ну помер Макларин, не получилось.